продовжуємо роботу у прямому ефірі. Прямо зараз будемо говорити про те, як цього року будуть нараховувати субсидії. Оксана Світлана Осауленко, депутат Одеської міської ради. Вітаємо вас, Світлана. Доброго дня. Доброго дня. Давайте подивимося сюжет на цю тему і повернемося, будемо обговорювати. Будь ласка. В Україні змінили правила нарахування субсидій. Тепер допомогу від держави можуть отримувати сім'ї, у яких опалювальна площа житла не перевищує 120 квадратних метрів для квартири і 200 квадратних метрів для індивідуального будинку. Тепер при розрахунку субсидій не враховуються в сукупному доході сплачені аліменти і спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби. Субсидії на загальних підставах тепер можуть отримати громадяни, у яких є заборгованість по сплаті єдиного соціального внеску. З вини роботодавця. У Мінсоцполітики додають, що без обов'язкової сплати єдиного соціального внеску субсидію тепер можуть отримати безробітні в сільській місцевості, райцентрі, селищах міського типу, безробітні в місті за умови перебування на обліку в центрі зайнятості. Громадяни, які працюють за кордонами, сплачують там єдиний соціальний внесок. Я всім раджу подавати документи і заяву, і декларацію. Тому що коли ваша заява і декларація зареєстровані, вони обов'язково повинні бути розглянуті. І якщо вони розглянуті, по ним повинно бути прийняте офіційне рішення. Рішення це може бути а. Призначити субсидію, б. Відмовити в призначенні субсидії. Може бути третє рішення – передати справу на розгляд комісії. У свою чергу губернатор Одеської області Максим Степанов розпорядився максимально проінформувати населення про те, хто має право на субсидію при оплаті комунальних послуг і як її отримати за новими критеріями. Є відповідне доручення президента, щоб особливо незахищені верстви населення максимально в цій ситуації були підтримані, і це стосується питання субсидій. Тому, Лілія Валентиновна Коваленко, скажіть мені, будь ласка, що мене турбує? Мені потрібно максимальне інформування людей щодо отримання субсидій. Там є відповідні зміни щодо нарахування цих субсидій. Так, ну, я розумію, що кожного року, не дивлячись на те, що економічно ми не можемо сказати один одному, що в нас все добре, ситуація змінюється. Змінюється і до неї якось треба пристосуватись. Цього року теж потрібно розуміти, як брати субсидії, хто отримає, які зміни і чи є кваліфіковані спеціалісти, які надають ці послуги отримання субсидій і надають, чи вони швидко. Знаете, я вот посмотрела ваш сюжет, и мне становится смешно, когда президент в очередной раз обеспокоен и говорит о том, что незащищенные слои населения, вообще, ну, как бы ужасная формулировка, потому что незащищенными слоями населения уже становится просто фактически каждый второй, если не первый, сегодня гражданин Украины. Как раз захист відбувається зараз мера нашего міста Геннадія Труханова, мы транслюем у такому маленькому віконечку, ну, і ваш прогноз, звичайно, чим все закінчиться, це місто Право слідкує. Краяна. Да, ну так, такой резкий скачок, я бы сказала, резкий скачок. На самом деле, я думаю, что это одна из топ-тем сегодня, да, потому что начали слушать в Одессе, в Малиновском суде дело по Краяну, хотя лично для меня, ну, как бы является спорным вопросом рассмотрение дела именно в Одессе, потому что, ну, мне кажется, что, несмотря на то, что у нас все суды независимые должны действовать исключительно по закону, но мне все же кажется, что суд в другом городе... Тому що тут хтось може впливати на слідство? Знаєте, во-первых, ну, давлення вулиці, це ми переживали і переживаємо все время на протяжении, мені кажется, лет трьох, це коли, да, власть толпи, коли, ну, любой человек под давлением улицы, знаете, начинает нервничать и дергаться. Поэтому мне кажется, для того, чтобы в нашем мирном и спокойном городе не было каких-то, я не знаю, демонстраций, потрясений, было бы более грамотно
понятно вывести эту ситуацию. В Киеве, например. Знаете, ну, мне кажется, в Киеве уже более адаптировано. Там постоянно какие-то митинги, перекрытия, пикетируют кабинет министров, президента, суды. Знаете, там, ну, столица есть столица. Это пик событий в нашей стране. Поэтому... Тобто ви сомневаетесь у тому, що вирок буде справедливим? Нет, я так не сказала. Я говорю о том, что решение обязано быть справедливое, и наша Фемида должна доказать, и наши суды должны доказать неупередженість и рассмотрение дела по сути, беря во внимание абсолютно всю доказательную базу. Я говорю лишь о том, что мне кажется, что всем было бы проще и спокойнее, если бы этот судебный процесс вывели за рамки города Одессы. Зрозуміло, до нашої теми повертаємось, власне, до субсидій. Тобто, ви також вважаєте, що формулювання щодо незахищених верств населення, воно якось ображає людей. Оно унизительно. Ви знаєте, оно унизительно, тому що кожен вже себе чувствує незахищеним верством населення. Знаєте, вже такі фрази нарікательні. Власне, вам необхідна субсидія? Відчуваєте необхідність? Знаєте, мені кажеться, субсидія необхідна вже сьогодні. Сегодня каждому человеку, потому что повышение цены и сейчас это, знаете, не то, что несправедливо, не могу претендовать лично я на субсидию. Але вона вам, ну, не зайва була, Мне кажется, она не помешает вообще каждому гражданину, исходя из ценников в магазины на продукты, на топливо, на бензин и на коммунальные услуги, что, ну, знаете, это просто мрак. И, ну, смотришь на пенсионеров, ну, вот, ну, в частности, да, у нас как бы с вами работающих еще есть какая-то возможность, я не знаю, работать на одной, двух, трех работах, тянуть лямку детей, ну это все ужас и бред, но смотря на наших бабушек и дедушек, которые всю жизнь отдали нашему государству и всю жизнь проработали, они сегодня становятся стопроцентно незахищеним верством населення і должны стоять в очередях і унижатися, прося милостиню у государства. Ви все ж таки вважаєте, що людина принижується, коли звертається за субсидію, яку надає держава? Знаєте, дуже двояке чувство. Я вважаю, що кожен гражданин должен вибирати всі ті... Как это правильно сформулировать? Все те возможности, которые дает государство, но да, я считаю, что это унизительно идти с протянутой рукой. И знаете, зачем мы понимаем тарифы и говорим о том, что давайте мы дадим субсидии? Ну, какая-то давайте двойная политика. Сергей Фурса, с нами финансовый аналитик. Вітаємо вас, Сергей. Добрий день. Ну от почули, що субсидії – це принизливо і черги. Ви погоджуєтеся з цим? Ні, я не погоджуюсь. Бідність – це може бути принизливо, але субсидії, ну дивіться, коли в нас немає субсидії, а є дешевий газ, то таким чином держава субсидує не адресно, а просто субсидує 100% споживачів, 100% населення. Чим це не так принизливо, ніж ви коли отримуєте субсидії? Різниці немає, є тільки різниця в тому, що там держава підтримує і бідних, і багатих, а от коли є субсидія, то держава адресно підтримує тільки бідних. Різниця між формою отримання субсидій сьогодні і, наприклад, минулим роком суттєва, чи ну, принцип залишається той же? Принцип залишається той же, там трошки почистили такі схеми, які могли бути, бо насправді багато людей, які не заслуговують субсидії, отримували субсидії. І там прибрали такі віконця, через які ці люди, які, наприклад, офіційно не працюють, але заробляють нормальні гроші, проривалися і отримували ще й субсидії. Є у нас інша думка, Світлана, будь ласка. Знаете, ну, во-первых, с каждым годом получить субсидию становится сложнее, и если два года подряд мы имели возможность получать субсидию без имущества, без как бы не учитывалось имущественное состояние человека, то есть квартира, в которой он проживает, машина, то сегодня это все учитывается. Знаете, я хочу вот прям в эфире сказать слова благодарности китайской Елене Петровне, это директор департамента, который, знаете, я считаю, что это человек, ну, более чем на своем месте, когда переживает за каждого. Да. Давайте резюмуємо все ж таки з Сергієм. Субсидії потрібні бути, і ви вважаєте, що жодних проблем із тими людьми, хто дійсно потребує, ну, вони отримують, це буде добре.
Ну так, звісно, тому що нікому не потрібні якісь соціальні негаразди, а верифікація субсидій потрібна, бо гроші по таких податків не повинні витрачатися на тих, хто той же рік, наприклад, купив дорогий автомобіль чи квартиру. Це нормально, коли держава таким чином виокремлює, хто дійсно потребує допомоги, а хто лише паразитує на коштах платників податків. Угу, дякуємо вам. Сергій Фурса, фінансовий аналітик, був з нами телефоном. Ви ж згодні з цим дехто паразитує. Ну, насправді, знаєте, ну, в любой ситуації є перекоси. На самом деле, яку ситуацію не візьми. Ну, то, що сьогодні усложнився порядок получения... Послушайте, вдумайтесь. Якщо в тому году получателей субсидій одесситов було порядка 53 тисяч, 2018 год был, да? Сейчас 18. В 2017 году было порядка 53 тысяч. В 2016 году цифра была в два раза меньше, ну, потому что у нас росли тарифы, у нас ровно фактически в два раза больше людей стали нуждаться в этой субсидии. То сегодня, когда у нас, я считаю, не просто в два раза больше людей нуждается в субсидии, а эта цифра растет в геометрической прогрессии, и даже люди, которые работают и более или менее как-то еще себя вчера чувствовали, то сегодня они просто не знают, как пережить зиму, потому что мы постоянно пытаемся понравиться Западу, и на 23% поднять цену на газ — это просто преступление и грабительство. И сегодня по состоянию на 1 октября нынешнего года получателей субсидий на 40% меньше. Это порядка 28 тысяч одесситов. Я извиняюсь, у нас стало жить лучше, либо проще? Ми ще не закінчили період отримання субсидій, тому ця цифра буде змінюватися. Я говорю на 1 октября. Вот 1 октября прошлого года это 53 тысячи, 1 октября тот же период, тот же срок, тоже 1 октября. Это на 40% меньше. Скажите, пожалуйста, у нас разве жить стало лучше и дешевле? Конечно же нет, но просто процедура получения субсидий стала сложнее. Учитывается не только имущественный фактор, но и те люди, которые проживают совместно с человеком, который получает субсидию, даже если не прописано. Самим громадянам и одесситам задаем це питання, що вони думають стосовно субсидій. Дивимось опитування і повертаємось в студію. Будь ласка. В Україні стрімко зростають ціни на комунальні послуги. Все більше людей звертаються за субсидіями. Зараз ми дізнаємось у наших людей, чи звертаються вони за допомогою до держави. Ми працюємо, тому нам субсидії не положені. Коли я отримала, пожалуйста, зареєструвались. Ну, я через Приватбанк оформляла. Вообще проблем не было. Ну, мы-то не местные жители, мы из Днепропетровска. Вот, поэтому у нас там проблем не было. По электронной почте все отослали, мне прислали, что да, будет субсидия. А сейчас, наверное, вряд ли. Да, сейчас уже не получается. Я не буду, але я вважаю, якщо людина має основання, то звичайно, чому ні? Безусловно, нужно собрать какой-то пакет документов, понятное дело. Пару лет назад я косвенно сталкивалась, это было не так сложно. Это было реально собрать эти документы. Сейчас не знаю, к сожалению. Я по доходам не подхожу субсидии. Люди малообеспеченные, это им большая помощь, конечно. Я не сталкивалась и не ходила, но бюрократия у нас никуда не делась. И я думаю, что все осталось точно так же, как и раньше. Людям нужна справка о том, что у них есть справка. Я думаю, это никуда не делось. Да, честно говоря, мне все равно, потому что я от этого государства зарплату не получаю, я от него не завишу. Но вообще, судя по всему, вот то, что я наблюдаю по сторонам, желательно не то, что сохранить субсидии, а принимать какие-то радикальные меры по снижению тарифов. Потому что, допустим, те же самые пенсионеры, они не выживут. Вот в ближайшие годы они уже выживать не будут при таких ценах. Если я не ошибаюсь, плюс 25% на газ, да? Ну, это значит, что они вообще кушать и лечиться не будут. Ну, мы пользовались субсидией, но там новые правила, поэтому новые законы. Теперь мы не будем. Чему? Потому что нужно быть официально трудоустроенным. Ну, в прошлом году мы пользовались, и как бы мы платили почти половину отопления, оно было очень дорогое, поэтому стоит обращаться. Обязательно.
особенно малоимущим. В этом году, как бы я же говорю, новые законы, что нужно быть официально трудоустроенным, поэтому многие потеряют эту субсидию, как бы мы тоже от нее отказались и потеряли. Нет. Чому розповісти? Есть у меня деньги в банке, и поэтому я не подавала, я знаю, что мне все равно не дадут. Ну, сейчас достаточно, наверное, по зарплате они не проходят мои справки. А як взагалі, на вашу думку, отримати субсидії важко чи ні? Я думаю, що, мабуть, не складно, якщо зібрати всі бумаги і все зробити правильно, мабуть, можна добитися. Опитування для вас проведили Олександр Ніколаєв та Євген Войтенко, Думская ТВ. Ну, насправді, Одеса – це такий специфічний регіон, по якому не треба робити висновки. Ми бачимо, що в інших регіонах українці беруть субсидії, і у них це вдається. Більше 50% в деяких регіонах такий показник. У нас тільки 15%. Ви розумієте, чому? Все ж таки, тому що в Одесі не люблять, вашими словами, ходити з протягнутою рукою, чи в Одесі немає потреби стільки субсидій давати? Знаете, ключевая фраза была в вашем интервьюировании одесситов, это что нужно принимать радикальные меры по снижению тарифов. И тогда и не унижать, вот просто не унижать собственный народ для того, чтобы, ну вдумайтесь, вы говорите по некоторым городам более 50%. Более 50% в некоторых регионах находятся за чертой бедности и требуют дотирования от государства на коммунальные услуги. Ну это просто, знаете, абсурд. И, знаете, я хочу все же отметить, что делает город, потому что вопрос назначения субсидий, регулирования этой политики – это все-таки государственные вопросы. Но Одесский городской совет на самом деле старается, исходя из тех доходов того бюджета, где-то оказывать помощь по мере возможности. Вот еще возвращаясь к этому, вот вдумайтесь. Если у человека, вот вы говорите, тяжело или сложно получить субсидию. Если человек уже идет за субсидией, значит, он остро нуждается в финансовой помощи. Но если у него 140 гривен штраф, 140 гривен у него задолженность по какому-либо из видов коммунальных услуг, он уже субсидию не получает. Ну, это же двойные стандарты. То есть человек обращается за помощью, ему говорят, у вас, да, за помощью обращаются, потому что долги. И поэтому я хочу сказать, что город Одесса в этом году до 3000 гривен. И в бюджете на 2019 год, который мы сейчас рассматриваем и планируем, до 10000 гривен. Комиссия рассматривает как адресную помощь семье, когда обращаются именно на коммунальные услуги, не беря во внимание этот пакет документов, имущественные какие-то отношения и тому подобное, индивидуальный подход, если семья действительно нуждается. В 2019 году я подчеркиваю, что при обращении в наши службы сможет получить от 3 до 10 тысяч гривен адресной помощи на помощь в оплате коммунальных услуг. И более того, эта ситуация распространяется на тех людей, у кого есть долг за коммунальные услуги. Потому что субсидия не назначается, если есть долги. А вот эти 10 тысяч гривен, если комиссия оценивает максимально все условия проживания и финансовое состояние человека, до 10 тысяч гривен может просубсидировать ту или иную семью. Почули вас. Світлана Асауленко, депутат Одеської міської ради, була у нас в студії. Далі випуск новин, з яким вас ознайомить Юлія Долганюк. Після новин авторський проєкт «Ні слова, а політики» 18.10. Повернемось в студію.